Привет, это канал IT User Help. И сегодня в этом коротком видео я хочу показать то, как можно установить браузер Google Chrome из командной строки. Для этого нам нужно зайти в PowerShell. Это расширенное приложение командной строки. Вводим PowerShell в поиске, нажимаем правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора. Итак, PowerShell у нас запустился. Далее нам нужно перейти на сайт. Так как я не могу в описании полностью код выложить, так как Google не позволяет HTML теги в описании указывать, то я выложу ссылку на вот этот сайт. Нужно перейти сюда и скопировать текст, который вы видите в этом месте. Нажимаем копировать, далее сворачиваем и вставляем этот код в наш PowerShell, нажимаем Enter. У нас запускается Chrome Installer. Теперь наша задача подождать, когда браузер будет установлен. Итак, наш браузер установлен. Вот появился значок. Эта строчка говорит о том, что был удален временный файл. То есть это абсолютно нормально. Просто удалились ненужные файлы, а сам браузер вот он установлен. Далее можно закрыть PowerShell и пользоваться нашим Google Chrome. На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк.